Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Вчера я рассказывал, как сделать красивую картинку, не загружая Photoshop. Это видео вы найдете в конце. А сегодня я расскажу, как сделать интро быстро, за 5 минут, вообще без дополнительного оборудования, без применения каких-то суперсложных программ. Для этого также есть сайт вот такой, называется Panazoid. Можете заходить на него и выбирать именно то интро, которое вам больше подходит. Интро – это короткий ролик, заставка перед видео. Если вам это нужно, то, ради бога, заходим и смотрим, как это делается. Например, вот это интро. Делайте именно вид, какой он вам нужен. Здесь вы просматриваете, что написано. И просто меняется название. Давайте попробуем. Здесь мы снова введем все прекрасно. Вот так вот просто вы можете сделать для своего канала, для своих видео интро, чтобы стать узнаваемыми. На этом я заканчиваю. Всем большой привет. Если будут вопросы, обращайтесь по контактным данным, которые вы найдете под этим видео. И подписывайтесь на канал, будет еще интересней.